Арестованы торговцы наркотиками. Группа из 5 человек развернула сеть по продаже синтетических спайсов в городе и соседних районах. Сотрудникам регионального управления наркоконтроля по Краснодарскому краю стало известно о них в сентябре. Преступники постоянно меняли свои явки и пароли. Только совместными усилиями их удалось задержать. Теперь наркоторговцы ожидают суда. За содеянные преступления им грозит до 20 лет тюрьмы. Оперативными сотрудниками подразделения несколько месяцев осуществлялась оперативная разработка организованной группы лиц, занимавшихся сбытом синтетических наркотических средств на территории нескольких территориальных образований. Сбыт осуществлялся с использованием сети интернет путем создания интернет-магазина. В результате слаженной работы оперативного подразделения и следственной группы были задержаны как организатор группы, так и диспетчера и закладчики наркотических средств. В ходе проведенных обысков изъято более 100 грамм наркотических средств и около 350 грамм реагента для приготовления наркотических средств. Таким образом, из незаконного оборота изъято около 2000 доз наркотика. Все участники группы арестованы, ведется следствие, в ходе которого устанавливаются потребители наркотических средств, приобретавшие наркотик в данном интернет-магазине, а также устанавливается источник поступления наркотических средств на территорию Российской Федерации. По одной из версий следствия, наркотик на территорию России поступал из Китая.